даю представление о... После, не побоюсь этого слова, триумфа мультфильма «Бременские музыканты» мы с композитором Геннадием Гладковым, моим другом и соавтором, надеялись повторить этот успех. Не скрою, ждали приглашения в большое кино. И вот спустя 2 года оно таки поступило. Раздался звонок от продюсера. Телевизионный музыкальный фильм «Стоянка поезда 2 минуты». Вы не поверите, сценарий не кого-нибудь, а самого Марка Захарова. Режиссер, их сразу 2. Талантливый Александр Орлов, который потом прославил себя и Аллу Пугачеву фильмом «Женщина, которая поет», и гениальный Марк Захаров, который, впрочем, вы о нем все сами знаете. Городок наш маленький, не очень знаменитый. Всюду палисадники, дома плющом увиты. По утрам обычно он туманами окутан. Поезда столичные стоят здесь 2 минуты. Я люблю свой городок родной. Утро, свет буду встречать. Я с тобой, мой городок. Городок наш маленький, не очень знаменитый. Бабки на заваленке на нас чуть-чуть сердиты. Так уж им положено, а в общем, без сомнения, люди здесь хорошие, с хорошим настроением. Я мой городок родной, утро, свет буду встречать. Я с тобой, мой городок. Сюжет фильма до наивности прост. Маленький российский городок из столицы после окончания мединститута прибывает врач-психотерапевт. Его играет первый в России натуральный блондин, артист Олег Видов. Дни проходят, недели минуют, но ни одного больного в его кабинете так и не появилось. В красавца, психотерапевта, с первого взгляда влюбляется медсестра. Ее играет Валентина Теличкина, которая хорошо понимает, что врач без пациентов не выдержит. Уедет. Уедет он от нас. Вот увидите, уедет. Уедет. В мире множество спорных лапросов. Не ответил на них бы вовек. Нидерландский философ Спиноза, а ведь умный же был человек. Если он уедет, отравлюсь. Городской философ-балалайщик, артист Юрий Белов, предлагает раздать жителям городка медицинскую литературу. И тогда пациенты у психотерапевта сразу появятся. Так оно и вышло. Вот ваши пациенты. Здравствуйте.
В румяном яблочке червячочек точится. Да, чего же, да, чего нам лечиться хочется. Первый раз пришел к врачу, сам себя всегда лечу. Принимаю те таблетки, где красивы этикетки. Ай-люли, ай-люли, дайте мне пилюли. В румяном яблочке червячочек точится. Да, чего же, да, чего нам лечиться хочется. Я узнала, что по слухам в Конотопе есть старуха, лечит лучи за границей от ломоты и поясницы. Зелье кто из травок примет, как рукой ломоту сымет. Доктор, выпиши скорей мне к той старухе направление. В румяном яблочке червячочек точится. Да, чего же, да, чего нам лечиться хочется. Я бывал у разных докторов, но никто, никто меня не лечит. Говорят, практически здоров, ну а мне от этого не легче. Это только с виду я такой. А рентгеном, если приглядеться, и слепой поймет, что я больной, и можно мне до пояса раздеться. Таких больных встречаю я впервые. Нужна им психотерапия. Но в это время девушка-красавца-психотерапевта, знаменитая певица, московская певица Красовская, актриса Алла Будницкая, вызывает его на разговор в телефонный узел. Она требует немедленного возвращения в столицу. Игорь, это единственный шанс вырваться из этой дыры. Откуда? Из той дыры, откуда ты говоришь. Звезда нашла ему выгодную работу. Видя его нерешительность, московская знаменитость приезжает в ту самую дыру, по ее словам, и поет прямо на вокзале песню «Ультиматум». Или-или, прочь сомнения, или-или, дай ответ, или-или, жду решения, или любишь, или нет. На ромашках не гадаю, лепестки, не рву напрасно наши встречи, расставания, может, были, а может, сказка. Или-или, прочь сомнения, или-или, дай ответ, или-или, жду решения, или любишь, или нет. По рукам меня связали полугоре, полурадость, и плывет перед глазами неизвестность и туманность. Или, или, прочь сомнения, или, или, дай ответ, или, или, жду решения, или люби. Жить вздыхая и страдая, я уж больше не согласна. На ромашках не гадаю, лепестки не рву напрасно. Или, или, прочь сомнения, или, или, дай ответ, или, или, жду решения, или любишь, или нет. Наш психотерапевт Олег Видов, заглянув в себя, понимает, что всей душой прикипел к маленькому веселому городку, где поют и танцуют все жители.
Но лучше всех вылеченные им пациенты. Ты прижмись к моей груди, мое сердце не серди, мои губы не губи, меня люби. Из горячего один холодец, кофе, глиссе и рябчики, из холодного горячий борщец. Просто оближешь пальчики. Наше правило простое, ни минуточки простое. Это водка горяча, Зоя просит кирпича. Телефон, телефон, тоненький звоночек. Телефон, телефон, днем звонит и ночью. Кто придумал телефон, был, наверное, влюблен. Эх, упала звездочка. Будут желания. Ура! Чего же хорошо, кончились страдания. Друзья, не нужно быть психотерапевтом, чтобы догадаться, что врач и медсестра отныне будут вместе не только на работе. Если любишь, значит, жди свидания. Обернуться радостью страдания. Для любви на целом свете нет преград, не да. Люди говорят, и чувствия, предчувствия кружится голова. Услышал ли когда-нибудь заветные? Это представление окончено. Ждите нового.